Я вас приветствую на нашем канале. Давайте поиграем в интересную игру, которая называется Overpass. Вот, игра на тематику гонок. Вот. Только здесь гоночки у нас не на машинах, а на всяких четырехколесных штуках, типа квадроциклах и такие мини-баги, ну все в таком духе. Ну давайте. Давайте поиграем в игру в эту. Так, давайте выберем что-нибудь. Там джунгли. Вот давайте выберем джунгли. Джунгли, это прикольно. Так, здесь что у нас? Так, так. Ну, давайте вот здесь вот. Вот эти вот джунгли. Так, выберем, что у нас будет? Квадроцикл? Да, выберем квадроцикл. Ну, вот этот самый первый, нормально. Вот. Ну, вот наши джунгли загружаются. И сейчас мы поиграем в эту классную игру. Просто супер-пупер офигенную игру. Вот. Ну, на самом деле, игра действительно прикольная. Вот, вы знаете, даже смотрю по графике, ну, классно, классно. Вот, и таких игр очень мало на самом деле, вот, на такую тематику, типа, вот, это самое, квадроциклы и так далее. Ну, все, мы поехали. Давайте. Так, это что такое у нас? Ага, это наклон, блядь. Мы, а, ёбаный свет, блин. Не успели отъехать и уже упали. Ну, сразу вам скажу, что с меня гонщик херовый. Если я доеду до трассы, до конца трассы, это будет вообще просто супер. Вот, ну, о, смотрю, нормально, нормально, пошло, поперло, замечательно. Ну вот смотрите, посмотрите, графика, в принципе, неплохая, действительно, действительно хорошая графика. Но насчет физики, я, конечно, ничего вам не скажу. Потому что, ну, физика, ну, фиг его знает. Ну, физика так вроде нормальная. О, блин, здесь грязь. Так, теперь куда ехать? Так, ну, туда, наверх, наверное, или что, как? А, вот мы в дерьме застряли, так. А, ну, давайте посмотрим. Тут наверняка есть переключение скоростей или что-то в этом духе. Так, ну где эта фигня? Где переключать скорости? Я что-то ничего не вижу. Ага, вообще куда-то. Переключение скорости куда-то пропало. Это плохо. Если не будет... Ой, чё ты? А я что, переключил вид, что ли? Вот здесь и вид переключается. То есть вы можете проникнуться в эту хрень по полной программе. То есть, понимаете? И вот, короче, берете, что делаете? Одеваете шлем, садитесь за компьютер, измазываете себя грязью и, короче, проникаетесь этой темой. Но серьезно вам говорю, можете проникнуться. Ну, может, еще какую-нибудь там музычку включить трешаковую. Блин, не могу заехать вообще. Ужас какой-то. Так, еду не туда. Так, давайте сбросим. Угу, все, мы сбросили. Так, ну и да, можно проникнуться, хорошо эта тема. Так, давайте посмотрим, может это объехать можно. Вот, можно это объехать? По грязи, там, в говне, вот в этом всем. Да, ну так более-менее мы объезжаем, я смотрю. Так, вот, заехали сюда, так. Так, ну давайте посмотрим, может быть вот здесь объедем. Ага, не, нихера, здесь грязь. Угу. Так, так, ну давайте, давай, не получается. О, через грязюку не получается. Так, давайте вот сюда попробуем заехать. Угу. Вот, а сюда получилось. А вот видите, как хорошо. Так, теперь давайте вот, вот здесь прокатимся. Слушайте, у нас получается. Это вообще классно. А, вот так. Ну что, теперь куда? А, черт, мы сейчас завалимся. Так, и чё? Ой, бляха, муха, я не туда заехал. По ходу дела мне не в эту речку надо. Но ничего, мы не будем отступать. А, черт, блядь. Так. Так, походу дела нам не сюда. А куда нам? Или все-таки туда? Ну вот, показывают, что туда. Ну это что-то как-то тупняк, мне кажется, какой-то. А может и нет, может быть так и задумано. Фиг его знает, вот по этой речке прокатиться. Ну, в принципе, смотрите, мы прокатываемся по этой речке. Так, о. Ну, слушайте, грязь прикольно сделана, честно вам скажу. Довольно-таки интересно. Так. А, черт, блин. Ну вот чувак, который вот это сидит наверху, он, вы знаете, он такой немножко нереалистично сделан. А, вот. Так, о-о-о-о-о-о. А, че, все? Блять, застряли. Так, ладно, давайте сбросим. Давайте заново. Слушайте, здесь грязи вообще немерено. Ну, желательно грязь вот эту, объезжать, обходить или еще что-то там. Так. А ну-ка, а, не, нифига. Так. Ну давайте. Давайте сюда. Так, вот так вот нормально. Слушайте, мы проехали вообще. Вы знаете, я сам удивляюсь. Я, в принципе, неплохой квадроциклогонщик. Вот, смотрите, классно как, да? Вообще круто, я сказал, да? Вообще крутой, вообще очень крутой. Так, ну что, где финиш? Мне, честно говоря, уже хочется помыться. А то в этом дерьме, короче, весь залип.
Так, ну что здесь? Вот сюда, да? Ну, видите, это гоночки такие, они не спешные. То есть потихонечку. Не, если ты, конечно, шаришь в этой теме, то есть как бы подкован в этом деле, то да, то можно, конечно, разгоняться, но тоже об какие-то камни, выступы или еще что-нибудь можно так улепетаться, что это ужас какой-то. Ну вот. А так, в принципе, гоночки хорошие. Вот. Так, ну что тут? Угу, вот смотрите. Это что, финиш что ли? Или что это? Еще круг один будет, да? Вот подонки. А тут, оказывается, три круга, да? Ну вот придется нам мучиться. Не, ну хотя мы трассу уже знаем, более-менее. Сейчас вот это сам покатаемся. Так. Так, это дерево мы объедем. Отлично, отлично. Вообще супер-пупер. Вот, смотрите, как мы уже гоняем. Вообще классно. Так, стоп. Так, здесь мы в прошлый раз здесь объезжали. Это говно все. Так, давайте это говнище объедем. Вот. Так, здесь вот так вот потихонечку. Раз. Так. Вот сюда заехали. Ага, так, все. Вот сюда. Слушайте, вообще прикольно, да? Уже как бы так немножечко подноровился. И уже так более-менее нормально. Ага. Блин. Ага, все, вот это вот сюда. Мы едем сейчас к речке. Вот. Там немножко колеса помоем, немножко жопу подмоем. И все, и нормально будет все. Так. Ну что здесь? Здесь вот аккуратно. Так, вот здесь надо с правой стороны объезжать. Угу. Так, вот здесь вот аккуратненько, аккуратненько. Вот так, отлично, отлично. Вот, а, блядь. Блин. Ну ладно, бог с ним. Так, поехали дальше. Так, вот здесь вот надо подзаехать немножечко. Ага, вот это дерьмище не упасть. Отлично, отлично, мы молодцы. Мы супер-пупер крутые. Так, ага. Вот смотрите, слушайте, я уже по джунглям вообще более-менее нормально езжу. Так, что тут у нас? Так, это грязь. Так, вот сюда аккуратненько. Вот здесь можно вот так вот прокатиться. Так, отлично. Так, что здесь? Так, здесь тоже аккуратно надо, потому что здесь дофига бугров всяких. Вот, бугорки и бугорцы. Так, что здесь? Угу, здесь вот это мы в водичку сейчас. Ага. Ну, водичка так. Так себе, я вам скажу, не очень реалистичная, но все равно. Скажем так, для такой игры, в принципе, нормально. Вот. Так, ну еще раз скажу, конечно, графика здесь неплохая, неплохая. То есть, как бы не самый стрём такой. Физика тоже более-менее нормальная. Так, что у нас, третий круг, да? Ну, замечательно. Вот. То есть, нормально. В принципе, игра довольно-таки достойная. То есть, она, в принципе, и весит не очень много, но, вы знаете, достойная игра. Молодцы ребята, которые сделали эту игру, в принципе, я одобряю. Ну, то есть, не какое-то трешовое говно, а такая хорошая игрулечка, можно поездить, покататься, ну и все в таком духе. Так, давайте. Здесь вот прикольно сделано то, что ты там... Ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не, я не туда поехал-то. Вот это заговорился, и не туда поехал, так. Ага, куда мне? Так, подождите, нет, это говно мы объезжали. Так, сюда. Так, подождите. Блин, да что ж такое-то, блин, ладно. Вот, видите, заболтался. Так, давайте сброс сделаем, потому что это финиш. А, что, прям, вообще прям с самого начала? Ну ладно, бог с вами. Давайте аккуратненько. Так, вот эту кучу с говном давайте объедем. Так, вот сюда. Так. А здесь как я поднимался? Я тоже по склончику здесь? Да, вроде по склончику. Угу. Так, а вот здесь вот мы напрямки поехали. Ага, так, это мы назад чуть сдали. Так, тут знаете, что интересно? Тут если, допустим, вперед не... когда нажал, надо еще раз нажать. То есть, как бы, блин, не получается заехать. Ну ладно, давайте попробуем еще раз. Ну давай, дорогой, вообще, ты огонь. Ты вообще мой кумир. Так, ну все нормально. Вот смотрите, уже на третий круг мы еще более-менее уже ездим. А, черт, блин, вот себя перехвалил. Так, ладно, давайте сюда. Так. Это сюда. Так, подождите, давайте. Вот. А, черт. Хренов банан, блин. Так, объедем. Ага. Давай, дорогой. Сейчас мы до финиша доедем, и все будет пучком. Так, вот здесь вот аккуратненько, здесь речечка, здесь с правой стороны объезжаем, скорость не нагоняем, аккуратненько едем. Вот так вот, блядь. Ладно, бог с вами. Так. Вы понимаете, здесь в этой игре ты не проскочишь. Как, допустим, там играешь какие-то сраные... Эх, бля, вот видите, перевернулся и все. И это самое, и начинаешь вот с чекпоинта. Так.
Тут, знаете, что еще прикольно? Тут, короче, чуваком управляешь этим, да? И можно, ну как, вот смотрите, допустим, поворачиваете влево, и вас заносит, вы чуваком раз, допустим, ну не влево, а вправо, допустим, ну чтобы байк ваш, байк, квадроцикл, чтобы не перевернулся. Он, ну, довольно-таки игра интересная. Интересно, можно поиграть. То есть, как бы, я вам рекомендую поиграть в эту игру, потому что здесь и грязи до хера. То есть, как бы, нормально, нормально. Годная игрулька, я бы сказал бы так. Так, что здесь? Вот здесь вот надо аккуратненько. Потому что здесь до хера бугров. Ага. Вот, нормально, отлично. Давай, чувак, давай, у тебя получится. На тебя смотрит вся страна. Так, давайте сюда, вот так вот. Раз. Угу. Ну и все, отлично. Мы почти к финишу приехали. Ну, вот, мы ехали, правда, этот круг 10 минут. Ну, я не знаю, может быть, это нормально. 10 минут круг ехать. Че, как, это не все, что ли? А, не, все. Ну, все. Мы, короче, значит, проехали 3 круга на своем квадроцикле. И находимся на самом последнем месте. Но, вы знаете, ну, для первого раза это хорошо. Вот, так что игра нормальная, нормальная игра, годная, можно поиграть, и в принципе все ок. Вот. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальцы вверх, нажимайте на колокольчик, и давайте увидимся с вами в следующих сериях.